Добрый день, дорогие мои друзья! На прошлой нашей встрече мы с вами познакомились с четырьмя этапами создания одежды и приступаем непосредственно сейчас к первому нашему этапу, то есть нам нужно снять мерки, изучить фигурку, понять, какие у нее особенности есть, выявить эти особенности, обязательно все отметить, выбрать прибавки и составить вот такое техническое задание, о котором я вам уже, которое я вам уже показывала. То есть это наш рисуночек, что мы хотим сделать, это всегда наша цель. Это мерочки, которые вы будете сюда записывать без всяких условных вот этих обозначений. И это те прибавочки, которые нам нужны для построения базовой конструкции. Итак, первый этап. Результатом должно быть техническое задание. Мы будем заполнять сейчас с вами постепенно вот это техническое задание. Для этого сначала нам нужно снять вот эти мерочки. Ну, прежде всего, нарисовать картинку. Что же мы хотим с вами шить на этот раз? Такое платье, другое платье. Но мы сейчас у нас речь идет только о базовой конструкции, поэтому базовая конструкция всегда выглядит вот таким образом. Другое дело, что она может быть просто прямым платьицем, не содержащим вот этих талиевых выточек, и прямым вот таким вот по силуэту. То есть не всегда базовая конструкция будет у нас приталенная или полуприталенная. Это тоже вы должны понимать. Поэтому, ну, пусть будет здесь вот такой рисунок, потому что это тоже базовая конструкция, но уже немножко измененная, более качественная, что ли, более такая информативная. Итак, мы снимаем мерки. Мерки будем снимать, вот опираясь на эту табличку. Полуобхват груди, полуобхват талии, полуобхват бедер. Вот они записаны. Ширина груди первая, ширина груди вторая, это ШГ2. ЦГ, расстояние между центрами груди. Дальше ШС, ширина спины. Вот она. Эти мерочки делятся пополам при измерении. Длина изделия 60 см. Ширина плеча ШП. Длина рукава ДР. Обхват плеча ОП. Ширина рукава внизу ШРН. И балансовые мерки. ДТС, длина до талии по спинке. Здесь записано так. Высота плеча косая ВПК. Здесь записано так. Высота груди ВГ. Здесь записано сюда. ДТП, длина до талии по переду, написано вот здесь. И высота плеча косая переда, написано вот здесь. Как снимаются в следующем видео. Что нам нужно для того, чтобы снять эти мерочки? Во-первых, нам нужен вот такой шнурочек, который называется установочным поясом. Я предпочитаю использовать шнурки от кроссовочек, от ботиночек каких-то, да, ХБшные желательно, потому что они не скользят на фигурке, и работать с ними довольно-таки удобно. Так как это у меня универсальный шнурочек, видите, а женщины бывают очень разные, я, чтобы сделать его длиннее, связала два узелочка, но эстетически не хочу вам этот узелочек на самом деле показывать. Вот такой шнурочек, он будет называться установочным поясом и будет в самом начале завязываться на талии довольно-таки плотно, чтобы зафиксировать нашу талию и чтобы он никуда не съезжал. Уберем его из кадра, чтобы он не мешал. Второе, что нам обязательно понадобится, это вот такая сантиметровая ленточка. Обыкновенная сантиметровая ленточка. Причем узкая сантиметровая ленточка, вот такая, мне нравится гораздо больше. 1,5 метра у нее длина. Она с двух сторон имеет обозначение вот такое, с ней работать легко. И меньше мне нравятся вот такие ленточки. Широкие ленточки, потому что не знаешь иногда, с какого краешка начать. Видите, какая широкая ленточка. И здесь у нее нет вот какой-то хвостик, да. И здесь неудобно, потому что здесь тоже 150. В той было зеркальное отображение, а здесь вот такая вот, 150 и 150. А отличие от этой в том, что здесь в конце 150, а с этой стороны опять единичка. И вы в работе можете брать, в общем-то, любой конец и не ищите только вот это вот начало. Поэтому те ленточки мне нравятся больше. Следующее, что нам нужно. Нам нужно вот так называемое плечико. Что такое плечико для точного снятия мерочек? Посмотрите, вот здесь плечевой шов. Этому плечику моему лет 40.
если я не ошибаюсь. Оно все поистрепалось. Вот это руликом я обработала когда-то очень давно, да. Но оно мне настолько как-то дорого, мне не хочется сегодня шить новое, хотя, наверное, нужно было бы это сделать. Что из себя представляет вот это самое плечико? Во-первых, это часть, верхняя, правая часть любого нашего плечевого изделия. Будь то платье, будь то рубашечка какая-то, да, будь то какой-то топик, блузка, все равно. У нас есть плечевой шов, вот это горловинка. Вот это вот горловина спинки, вот это горловина переда, это середина переда, вот это пройма, это правое плечо. Спинка-середина – это пройма. И на спинке обязательно есть выточка. Так как у нас есть выпуклость лопаточек на спинке, в хороших вещах всегда эта выпуклость оформляется выточкой. И поэтому я оставила здесь выточку. Как вам сделать такое плечико? Такое приспособление для себя. Вы можете взять выкройку любого вашего изделия. Любого вашего изделия. Вот, допустим, взяли переднюю половинку. Тут у вас пройма, там где-то выточка идет, тут серединка. Просто отрезаете от высшей плечевой точечки, скажем, вот у меня 17 сантиметров, и вот так перпендикулярно серединке делаете, вот проводите эту линию на выкройке, отрезаете. И выкройка передней половинки у вас готова. Задней половинки точно так же. Высота задней половинки здесь тоже 16-17 можно сантиметров взять. И все, это середина спинки, еще раз, это горловинка, это плечо, это часть проймы. Здесь прямой уголок, здесь прямой уголок, здесь прямой уголок, здесь прямой уголок. Что еще добавить? Можете, припуски. Вот эти припуски вам не нужны. Вот здесь припуски не добавляйте, когда сделаете такое лекало, так? Вам нужно добавить припуск по плечевому шву, чтобы сшить его правильно. Выточка. Сделайте вот эту выточку 2 сантиметра, допустим, чтобы она реальная какая-то была, так? И самое главное, это расстояние от высшей точки плеча у шейки, вот она эта точка, до конечной точки плеча, вот до этой точки, там, где начинается у нас пройма, там, где уже мы начинаем пришивать рукавчик, 13 сантиметров. Вот это стандартное, так сказать, плечико, в кавычках, да, приспособление для того, чтобы выполнить качественно наши мерочки. Многие спрашивают, где взять выкройку, где взять выкройку. Отвечаю, где взять выкройку. Посмотрите дальше. К высшей точке плеча вы под небольшим уголочком пришиваете часть сантиметровой ленточки. Вот у меня она длиной 60 сантиметров. Пришили вот такой вот. Пришиваете так, чтобы появился некоторый наклон. Не так, вот чтобы она у вас шла, это неправильно, да? Разверните ее немножко, чтобы направление вот этой или сантиметровой ленты было строго параллельно серединке вашего изделия, то есть под небольшим уголочком. Точно так же вторую половиночку сантиметровой ленты длиной 60 сантиметров под таким же уголочком вы пришиваете к конечной точке плеча, вот в этой точечке, допустим, так? Это вторая ленточка. Третья ленточка, работаем со спинкой. Посмотрите, тоже надо ее пришить под небольшим вот таким вот уголочком, чтобы она не так вот у нас выглядела, а это неправильно, а выглядела вот так. Длина 60 сантиметров, и располагать мы ее будем, первую мерочку, вот эта мерочка нам будет показывать длину талии по спинке, параллельно всегда позвоночнику. Мерка будет вот эта ленточка будет показывать мерку ДТС. А вот эта ленточка будет показывать мерку высота плеча косая. ДТС это вот здесь, высота плеча косая это вот здесь. И она пойдет у нас до точки пересечения линии талии с позвоночником. Поэтому она и называется косая, вот по такой диагональке. Вот эта мерочка, вот эта ленточка будет нам показывать длину переда до талии. ТТП, это вот эта вот, вот эта мерка у нас, да? А вот эта мерочка... И тут же она будет показывать мерку высоты груди. Высота груди – это вот эта мерочка. Вот эта сантиметровая лента будет работать. Вот высота груди у нас, допустим. Так? А вот эта сантиметровая ленточка будет показывать мерку высота плеча косая переда. Вы увидите все это на практике. Вот она у нас будет примерно вот такая, скажем, 24 сантиметра. Пересечение одной, пересечение второй, высшей точки грудных желез. Что еще?
полезное может быть? Значит, на первых этапах, пока у вас нет вот такого вот изделия, все-таки на это нужно время, я предлагаю его заменить вот таким вот кусочком ткани. У этого кусочка 13 и на 13 размеры, ведь вам в конце концов на теле нужны только вот эта точка, которая заменяет нам, и нарисовали вот такую синенькую линию, я нарисовала, например, да? Эта точечка у вас будет показывать высшую точку плечевого шва у основания шеи, а вот эта точечка будет вам показывать конец плечевого шва или начало нашего рукавчика, или конечную точку плечевого шва. И измерять свои мерочки вы будете вот этой сантиметровой линеечкой. Например, мерочку длина переда до талии вы будете мерить вот таким вот образом. Прикладывать будете ее вот к этой точке и уже смотреть и высоту груди, и длину переда до талии, например, да? Высоту плеча косая вы будете измерять вот так. Вот так вот, да? Той же самой сантиметровой ленточкой. Длину спинки до талии ДТС вы будете измерять вот так. Вот так, да? И длину переда до талии, вернее, высоту плеча косая по спинке или ВПК, вот эту мерку, вы будете измерять вот так. Таким образом, используя временное вот такое вот приспособление, надо сказать, что его нужно зафиксировать на фигурке, на теле, да, вот вам маленькие булавочки. Оденьте какую-то одежду такую маленькую, топик какой-то трикотажный, и приколите к этому топику вот эти свои две булавочки, вот этими булавочками, вот этот синенький, вот эту синенькую полоску, которая показывает нам нужное место плечевого шва, в нужном же, опять же, вам месте. Вот такие необходимые подготовительные действия нам нужно выполнить с вами для того, чтобы приступить непосредственно к измерениям нашей фигурки. Ну и в том видео, которое вы сейчас посмотрите, практически ничего не сказано о нестандартных фигурах. Я вам сейчас должна сказать, что к нестандартным фигуркам, к подробностям работы с нестандартными фигурками, мы вернемся с вами чуть-чуть попозже. Давайте сейчас посмотрим, как снимаются наши мерочки, а потом продолжим разговор о каких-то нюансах, каких-то особенностях вот в этом цикле работы, вот в этом этапе работы, которые помогут вам не сделать каких-то очень грубых ошибок и сразу получить желаемый результат. Все.